Проверяли не что иное, как соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, конкретно работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Тем более, что отопительный сезон на носу. Из 20 управляющих компаний проверено 7. По каждой управляющей компании имеется определенная претензия по подготовке жилищного фонда. То есть касается как ремонта, так и содержания, так и подготовки документации. В адрес руководителей управляющих компаний вынесено представление с требованиями устранить нарушения в кратчайшие сроки. Кроме того, проверили образовательные учреждения на предмет готовности к зиме. Результаты тоже неутешительные. В адрес начальника управления образования внесено представление устранения, с требованием устранить нарушения. Данное представление находится в стадии рассмотрения. Проверки продолжаются. Татьяна Балунева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.